Всем привет! Сегодня я показываю свою посылку, которая мне наконец-то пришла с AliExpress. Это колимба, собственно. Вот здесь написано, конечно же. Она мне шла около 6 недель, даже может больше. В общем, где-то около 2 месяцев, что, конечно, очень долго. Но с тем, что я ее брала для того, чтобы играть дома, то это не критичный аспект. И вот, я ее раскрываю. Собственно, нашла вот в этой коробке, и еще пакет был сверху, который я уже сняла. Так, оп. Раскрываем. Что мы здесь видим? Всякие разные бумажки. Сначала что-то много китайского и английского. Настройка, пакетик. Да, пакетик есть. Какой-то молоточек. Молоточек тоже. Все, супер, это я поняла все. Дальше. Так, здесь у нас получается уже какой-то гайд по тому, как пользоваться колимбой. На 10, 15 и 17 ключей. Как устроена колимба. Потом, как ее настраивать. Исправлять несовершенство ее. Так, показано, сколько бывает она, ключей или язычков. Я брала самую большую на 17. Собственно, вот как тут изображена она. Брала на 17, потому что здесь получается самый большой диапазон звука. 2,5 октавы. Здесь показано, как ее держать правильно в руках. И потом уже, как, собственно, играть уже начинается. Так, ну это все потом. Давайте уже приступим, как она же сама выглядит. Ну, тут всякие бумажки и наклейки на колимбу, чтобы там язычки подписывать, чтобы, как я понимаю, удобнее было, собственно, держать в руках. Потом на пальчики, чтобы не стирать себе подушечки пальцев. Вот эта штуковина уже была. Молоточек для настройки. И самая важная часть, конечно же, вытаскиваем. Так, зацепилась. Колимба! Так, ну она деревянная, как и надо, написано внутри тоже. Вряд ли видно колимба. Модель номер W17T, сделана в Китае, ну понятно. Потом красивая рамочка вокруг отверстия этого. Сзади тоже 2 отверстия. Красивый, кстати говоря, переход такой. И давайте послушаем, как она звучит. Приятное в колимбе то, что не обязательно что-то уметь играть, просто можно переставлять как-то пальцы, и уже получается красивый звук довольно-таки. Так, в этой книжечке я видела, есть ноты, по которым можно научиться что-то делать. Да, тут не до, ре, ми, фа, соль, а си, до написано везде, а другая транслитерация, видимо, которая обозначается через С, Д, Е, то есть С это до, Д это ре, Е это ми и так далее. К этому, видимо, нужно будет привыкнуть, потому что наклеек с обычными названиями, по крайней мере, для, ну, меня нету здесь. Не сказать, что я большой музыкант, в принципе, но все равно это как-то более известная вещь, по крайней мере, в моем случае. Попробуем. То есть, что у нас сначала идет? С 2 раза, потом Ж 2 раза, А. Так. Угу. Опять Ж. Ф 2 раза. Е 2 раза. Д 2 раза. С. Собственно, я умею играть на колимбе. Ладно, это очень громко сказано, но все-таки это очень приятно, что такие мелочи можно сделать буквально за 5 минут после открывания коробки. Знаю такой лайфхак, что для колимбы также можно использовать не только вот те ноты, которые представлены именно в ее раскладке, но также и для других инструментов, например, для блок-флейты. У меня они есть, потому что я тоже немного играю на ней. И сейчас, 5 секунд. Вот здесь на листе первое произведение, это с днем рождения. Первые ноты это до, ре, до, фа, ми. И давайте их попробуем сыграть. Через сколько времени, в принципе, у меня получится уже именно преобразовать обычную раскладку в то, что здесь на колимбе. До, ре, так. Интересно.
почти идеально, что не может радовать, что вот буквально несколько минут, и вот я уже играю даже что-то свое, что захотела просто. Все, супер, все отлично, мне нравится. До этого пробовала играть еще через приложение на Калимбе. Конечно, не сравнить с настоящей Калимбой, потому что все абсолютно другое. То есть не просто тыкать на экран, а именно сжимать вот эти вот язычки. Очень-очень приятное ощущение, и как звук сам настоящий, как капелька будто бы звучит через руки у меня. Очень приятно. Собственно, наверное, на этом обзор я могу закончить свой. Ссылка на Калимбу будет внизу в описании. Думаю, 1000 рублей, которые я за нее заплатила, это было в самое то, потому что брать за 6000, окей, подожду 6 недель или около того, но, собственно, это даже для дома, правильно, так что вот я подождала. Все, теперь могу играть. Пока!